Внедрение современных информационных технологий в банковскую систему страны, как и в любую сферу, является одним из важнейших требований сегодняшнего дня. В связи с этим, в цели создания удобств для клиентов, акционерный инновационный коммерческий банк «Ипатиоля» внедрил программу «Ипатиоля Мобайл». Ни для кого не новость, что мобильный интернет и телефон являются самым важным средством обмена информации. Потому банк «Ипатиоля» представил своим клиентам мобильное приложение нового формата. Чтобы получить подробную информацию, мы с творческой группой пришли в Мирабадский филиал «Ипатиоля банка». Удобство, оперативность и качественное обслуживание – эти принципы являются одним из постоянных лозунгов акционерно-инновационного коммерческого банка «Ипатиоля». Также банк проводит постоянную работу, направленную на экономию драгоценного времени клиентов банка и создание им удобств. В частности, финансовым учреждением внедрена в практику современного мобильного приложения в новом виде. Сегодня я вам расскажу о новом приложении для физических лиц «Ипатиоля Мобайл». Сервисные компании стремятся найти решение, позволяющее клиентам пользоваться услугами удаленно. Одним из этих решений является новое мобильное приложение для физических лиц «Ипатиоля Мобайл». В чем отличие от предыдущей версии? В первую очередь это красивый и удобный интерфейс, ну и, конечно, много новых функций. Теперь можно производить платежи на любые счета, в том числе на счета юридических лиц, например, в качестве пополнения уставного фонда или просто для оплаты уроков английского языка. Также вы можете настроить сервис «Автоплатеж». Это платежи на регулярной основе, например, за домашний интернет или детский сад. Регистрация и замена пароля безопасности в мобильном приложении осуществляется в упрощенном порядке. Кроме того, с помощью мобильного приложения клиенты могут осуществлять следующие платежи: безадресные денежные переводы, платежи всех видов, перевод платежей в режим ежемесячной оплаты, платежи предприятиям, торговле и сферы услуг. За их осуществление предусмотрены минимальные платежи. Также клиенты смогут осуществлять следующие виды операций: валютные, информация о валютных курсах, конвертация долларов в суммы, конвертация суммы в доллары, конвертация евро в долларов. Также в мобильном приложении будет установлена связь с банком, диалог с помощью чата, служба обратного звонка, поиск расположенных рядом офисов и банкоматов банка, служба выдачи справок для посольств, выпуска карт. Кроме того, в интерактивной карте имеются возможности поиска банкоматов и офисов банка, а также определение ближайшего маршрута. В целом банк продолжит активно развивать каналы продаж, строить мультиканальное обслуживание физических лиц и направит все усилия на развитие клиентоориентированности.